Привет, друзья, с вами канал Мороз Лайф. В сегодняшнем видео разбираем законы, которые подписал 17 марта президент Чехии для беженцев из Украины. Новые законы, новые изменения, они реально очень крутые, поэтому поддерживаем это видео своими лайками, чтобы больше людей узнало об этом, потому что информация реально очень-очень важная. Итак, 17 марта 2022 года президент Чехии Милош Земан подписал следующие три закона, которые коснутся всех приезжих людей из Украины. Это очень важные законы, которые реально помогут людям адаптироваться очень быстро в Чехии, получить помощь, получить важную работу и так далее. Поэтому сейчас более подробно все разберем. Значит, первый закон, закон от 17 марта 2022 года о некоторых мерах в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины, вызванным вторжением российских войск. Что дает реально людям этот закон? Этот закон дает людям свободный доступ к рынку труда. То есть, как чехи, как люди, которые имеют в Чехии ПМЖ, то есть, вот я, допустим, имею сейчас в Чехии ВНЖ, вид на жительство, рабочая карта, да, у нас не свободный рынок труда, то есть мы не можем пойти на любую работу, которую вообще только хотим. Это опять же, если есть на той работе, которую я хочу, варианты для трудоустройства по рабочей карте, тогда не могут меня взять. Если нет таких вариантов, то не могут. А для людей, которые сейчас приехали в период войны с Российской Федерацией, сделали доступным полностью рынок труда Чехии, поэтому можно идти на любую абсолютно работу, заключать договор с работодателем и приступать к работе. Соответственно, и оплата уже будет действительно чуть выше, в зависимости, опять же, от той работы, которую вы будете выполнять. Значит, что для этого нужно, чтобы пойти спокойно себе и найти работу? Значит, первое, это получить визу, специальную визу Стерпени. Потом, после получения этой уже визы, можно обращаться на уряд працы и выбирать абсолютно любую работу. Разрешение на работу не нужно. Это очень главный плюс, потому что до этого, когда люди уезжали с 24 февраля по 21 марта, почему по 21 марта? Потому что с этой даты, 21 марта 2022 года, то есть сегодняшнего дня, вступает в силу этот закон. И поэтому до этой даты, до 21 марта, нужно было получать еще разрешение на работу. Сейчас уже этого не нужно делать, поэтому это очень реально классная штука. Следующий закон, закон от 17 марта 2022 года о мерах в сфере занятости и социального обеспечения в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины, вызванным вторжением российских войск. Что это значит? Это гуманитарная помощь и другие виды поддержки. Украинцам, которые получили специальную визу, будет выплачено гуманитарное пособие в размере 5000 крон. Ранее об этом говорил, что президент подпишет этот указ, он его подписал. И будете получать эти деньги. Первые 5000 крон будут выплачиваться украинским беженцам автоматически. Для этого с 21 марта 2022 года нужно будет показать визу Стерпани, предъявить паспорт, и выплаты будут происходить в Министерстве труда, то есть уряд працы. Выплата будет однократно. Нужно заполнить заявку. Заявка выглядит вот так вот. Там все очень просто. Имя, фамилия, адрес проживания, дата рождения и так дальше. Если вдруг у вас возникают какие-то вопросы, то вам в уряде працы с этим вопросом помогут. И не забываем, что данная выплата будет однократно. Но здесь есть исключение. Следующую выплату смогут получить только беженцы, находящиеся в затруднительном финансовом положении. Если у кого нет работы, нет имущества в Чехии, которое приносит доход, например, там кто-то имеет квартиру и там сдает и так дальше, то можно претендовать на эту помощь, но не более 5 раз. То есть максимум вы будете получать с этой выплатой еще плюс 5 выплат, если у вас каждый месяц не будет подтверждаться то, что вы не имеете работы, например, там сидите с маленькими детками и нету никакого у вас дополнительного финансового дохода. Поэтому, ребят, эта новость очень крутая, помощь выплачивается, идем, оформляем, обращаемся и получаем свои деньги. Опять же, повторюсь, условия: паспорт и виза Стерпени, вклеенная после 24 февраля 2022 года. Так, и переходим к третьему закону от 17 марта 2022 года, который подписал Милош Земан. Здесь о мерах в сфере образования и в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины, вызванным вторжением войск Российской Федерации.
упрощенная процедура принятия детей в школы и сады. В основном речь идет о повышении количества мест в классах, то есть будут увеличены классы. Классы, особенно в Праге и Среднечешском крае, как правило, достаточно полные, и директора детских садов и школ просто не могли без ограничений принимать новых украинских детей. Поэтому будут увеличены классы. Это, конечно, может быть и не решит сразу проблему, потому что на данный момент уже больше 3,5 миллионов выехало из Украины людей, и уже в Чехии больше 270 тысяч беженцев, больше 200 уже тысяч людей получили данные визы, и Чехия, к сожалению, не резиновая, она имеет ограниченное количество людей, но они готовы принимать и дальше. Условия, может быть, конечно, проживание будут не те, что там ожидается, это не отдельные квартиры, к сожалению, это уже спортзалы в основном, где можно переночевать, но это в любом случае бесплатно и в любом случае лучше, чем то, что имеется на данный момент у людей в Украине. Так что, друзья, вот такие вот у нас новости, вот такие вот принятые законы для людей, прибывших из Украины в период этой страшной войны. Чехия поддерживает вас всех, всем, чем только возможно. Пожалуйста, поставьте этому видео свой лайк. Кто забыл еще подписаться, подписываемся. Для чего это реально нужно, ребята? Это не для меня, честно, нужно. Это нужно для того, чтобы больше людей узнало эту информацию, которая уже сейчас находится, потому что очень много пишет, задает вопросов. Я понимаю, что нету времени, возможно, смотреть, но я стараюсь делать максимум покороче эти ролики, чтобы вы могли быстренько все это посмотреть, увидеть. Ссылочки обязательно все оставляю под видео. Заходим, изучаем, если кому-то нужно более дополнительно это все изучить. Ну, а мы уже увидимся с вами в следующих выпусках. Всем удачи, держимся, слава Украине! Всем пока!